Друзья, а прежде чем мы с вами перейдем к новому трюку, я хочу вам посоветовать обратить ваш взор на магазин magicprops.ru. В этом магазине вы также можете найти интересующие вас колоды карт, подобрать себе необходимые наборы фокусов, в том числе для сценической магии. Очень часто появляются новинки, и вы всегда найдете то, что вам будет необходимо. Итак, магазин Magic Props, ссылочка, как обычно, в описании. Привет, друзья! На связи с вами Куликов Сергей, он же Моряк. И в этом видео у меня для вас очень простой трюк, который сможет повторить абсолютно любой человек с абсолютно любой колодой карт. Но прежде чем мы начнем, я хочу поблагодарить отдельно моего подписчика Владимира из города Чехов, который показал мне этот прикольный трюк. Итак, смотрим. Значит, для этого фокуса мне понадобится 5 красных карт и 5 черных карт. Вот смотри, какой стопкой мне какую накрыть? Красный, черную или черный, красный? Черный, красный. Черный накрыть красную. Да, вот так мы накроем, тасуем. Теперь смотри, я начну выкладывать карты. Вот первую карту мне как, перевернуть или просто положить? Просто положить. Просто вот так кладу, следующую переворачиваю. Кладу, переворачиваю, кладу. Окей. Мне подснять? Да, подсними. Разочек. Раз. Ну, можно парочку даже. Вот я смотрю, следующие две карты мне просто класть или переворачивать? Переверни. Просто. А, переверну, да? Так. Следующее. Просто положи. Так, следующее. Просто положи. Просто положи. Переверни. Окей. Мне повторить процедуру? Нет, не надо. Не надо, да? Так, разобьем вот так вот на две стопочки. Смотри, мне сейчас какой стопкой накрыть? Левой, правую или правой, левой? Левой, правой. Вот этой левой, да? Да. Правой накрываем. Вот так вот потасуем еще немножко. Ты смотри, я все делал так, как ты говоришь, да? То есть все происходило с твоей подачи. Смотри, щелкнем разочек пальчиками. Единственные карты, которые у меня остаются перевернутыми, это только черные. С другой стороны, у меня остается только красный. Здорово. Вот такой вот детский вариант фокуса масло и вода. Итак, друзья, для этого трюка вам понадобится 5 черных карт, 5 красных карт. Хочу сказать сразу, трюк этот очень легкий, потому что он автоматический, он срабатывает сам. Вам нужно лишь запомнить последовательность, а последовательность запомнить очень легко. Поэтому справится любой человек с абсолютно любой колодой карт. Итак, я взял для этого трюка 5 черных карт, 5 красных карт. Вы можете взять 4 красных, 4 черных, либо 6 красных, 6 черных, по вашему желанию. Можете прям по пол колоды взять черных, красных, тоже сработает. Ну да ладно. Итак, прикол этого фокуса в том, что нам зритель все время говорит, что делать. Первым делом мы спрашиваем, какой стопкой мне накрыть, красный, черный, черный накрыть или черный накрыть красный. К примеру, он говорит, черный накрыть красный. Значит, я накрываю, переворачиваю, начинаю тасовать. То есть вот так вот я перетасовываю. Далее. Ну, значит, в голове у зрителя создается ощущение, да, что, что наступает уже бардак. Можно подснять пару раз, по желанию зрителя, также сколько раз подснять. Он может вам сказать, 2 раза подсними, 10 раз подсними. Итак, далее спрашиваем, следующую карту мне просто класть или класть переворачивая? Ну, к примеру, он говорит, просто класть. Значит, мы просто кладем, но следующую карту переворачиваем. Потом снова просто кладем и снова переворачиваем. И так повторяем наши действия. Итак, после чего мы подснимаем колоду, сколько раз, столько, сколько зритель скажет, либо сколько сами захотим. Далее мы берем уже по 2 карты и спрашиваем зрителя, мне их просто класть или переворачивать? Ну, к примеру, он говорит, просто положи. Положили. Следующую. А вот теперь все время зритель говорит, что делать. Ну, к примеру, зритель говорит, перевернуть. Окей, перевернули. Следующую. Положить. Положили. Следующую. Положить. Положили. Следующую. Перевернуть. Перевернули. Окей. Снова подснимем. Столько раз, сколько захотим, либо сколько захочет зритель. Опять вопрос, повторить ли мне эту процедуру? Зритель может попросить повторить. Снова по 2 карты также кладем, как он говорит. Либо переворачиваем, либо не переворачиваем, это пофигу. Итак, далее. Можно проделать эту процедуру уже с 4 картами. Но это по желанию, можете на этом и закончить. То есть с 4 картами просто положить или перевернуть? Например, зритель говорит просто положить. Положили. Следующие 4. Просто перевернуть или положить? То есть он говорит, например,
перевернуть, перевернули. Следующие две карты положить или перевернуть? Он говорит, например, перевернуть. Перевернули и бросили, да? То есть все, ну вот так вот сделали. Можно опять подснять пару раз. После чего мы раскладываем колоду на две стопки. Разложили на две стопки. После чего спрашиваем у зрителя, какой стопкой мне накрыть? Левой правую, да, или правой левую? Ну, к примеру, он говорит, левой накрой правую. Значит, я беру левую, накрываю ей правую. Можно, типа, подснять. Щелкнем пальчиками, раскладываем карты. И вуаля, вот они все наши черные карты остались перевернутыми с этой стороны, а красные остались перевернутыми с этой стороны. Вот такой вот легкий вариант трюка «Масло и вода». На связи с вами был Моряк. До следующих встреч!